Сегодня же глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с Валерием Филимоновым. Они обсудили некоторые вопросы, связанные с его новой работой на посту заместителя руководителя администрации главы республики. Соответствующий указ подписан сегодня. Глава Чувашии поблагодарил Валерия Филимонова за работу в парламенте республики. Оценивая его работу на посту председателя Госсовета, Михаил Игнатьев опроверг негативные высказывания отдельных депутатов о статусе законодательной ветви власти и ее взаимодействии с правительством. Есть конституционная норма, где четко прописаны компетенции и Кабинета министров Чувашской республики, и Государственного совета Чувашской республики, и высшего должностного лица, как главы Чувашской республики. Поэтому я, как высшее должностное лицо, отслеживаю всегда, чтобы не было дублирования, чтобы не было размывания ответственности. Михаил Игнатьев напомнил, на любом посту работать нужно так, чтобы оправдать доверие жителей республики. Считаю, что мог бы найти применение именно и опыта, и знаний, которые я за эти годы освоил. Поэтому спасибо за доверие.